Эй, шеф! Вы отсюда мне откройте двери, пожалуйста. Не открой. А почему? Подожди. Это ни одна не работает, да? Ни один не работает, понял? Открыть не можете? Все, идите в салон, не откройте, я зайду в салончик. И документы приготовьте, пожалуйста. Свет в салоне включите, будьте добры. О, да. Свет в салоне включите. Зачем вы сюда пришли, не сидели за рулем? Ну, жарит два плафона, да? И как едете на машине? Категория Д для перевозки пассажиров, путевка, что-то есть у вас? Я в базе еду. На базе, ну, она на базе у вас должна стоять, вообще-то, согласно действующему законодательству. Я здесь, а база это... Сам сел поехал. Ну, давайте документы ваши все. Но индустриальные надо, чтобы она стояла. Где она у вас базировалась? Вы живете там где-то? Да, здесь. Сейчас-то откуда вы едете? С дома я вышел и поехал. И машину базу дома ставите тоже? Вечером я взял, чтобы утром на базе надо... А вы знаете такси... о том, что машина должна стоять на базе, в гараже? Такси у меня. Там же где должны подходить механики. Так, документы на машину, страховой полис. Тахографа нет, да? Там я бы на базе... Вот вы на 208 же работаете, маршрутите? Это да, 208, наверное, да. Ну, наверное или да? Да. Тахографа нет у вас. Вы собираетесь сегодня что делать? Тахограф на базе. Тахограф на базе? Давайте сюда страховочку. Так. А на кого? Здесь не написано, кто у нас. Страхователь-то Воробьев. Свидетельство о регистрации на транспортное средство. Аптечка, огнетушитель, что-то есть?